день. Мы сегодня с вами на канале Топ Сад, и сегодня мы сделаем небольшой эксперимент. В два контейнера мы будем сажать сегодня сельдерей. Один сельдерей посадим с помощью эпина на марлю. Вот будем использовать марлю. И второй вариант, мы попробуем на землю выложить снег и посеять сельдерей сверху. Контейнеры у нас готовы. В один контейнер землю мы опрыснули эпином, на пол-литра воды добавили 3 капли эпина и обрызнули землю из опрыскивателя. Марлю тоже опрыснем эпином и сверху будем посыпать семена сельдерея. Сельдерей мы посадим черешковый, называется Атлант. А во второй контейнер на землю мы разложили снег. И во второй контейнер мы посадим сельдерей листовой. Называется нежный. Семена сельдерея мы рассыпали по снегу. Это листовой сельдерей, его очень хорошо видно. И вот тоже на марле тоже можно увидеть семена сельдерея. Это черешковый сельдерей. Итак, теперь закроем наши контейнеры крышками и оставим их. Будем сообщать вам о результатах и показывать наши результаты экспериментов. Итак, здесь мы посадили сельдерей на марлю черешковый и на снег посадили сельдерей листовой. Прошло 5 дней. И сейчас мы посмотрим, что у нас получилось с сельдереем. Сельдерей на марле с эпином. Через 5 дней, видите, появились росточки. Вот очень хорошо их видно. И контейнер с... Когда мы сажали сельдерей на снег, тоже, видите, активно проросли росточки наши. И заодно покажу вам петунию, которую сажали в это же время. Вот тоже, видите, петуния проклюнула. Здесь просто разные сорта петунии. Вот мы ее видим очень хорошо. Будем дальше наблюдать за нашим сельдереем и посмотрим, какой он даст нам урожай. Удачи на даче, хороших всем урожаев, подписывайтесь на канал Топ Сад, мы всегда рады новым друзьям.